бизнес. Лучший бизнес-проект, бизнес-идея 2021. Вот выше орбиты получается, горочка. Ребятки тут дают в аренду тюбы, или как их называют, ватрушки. 500 тенге, полчаса, 1000 тенге, час. Можно и на своих, но на вас будут криво смотреть. Получается, что? Ну, у них баллонов 20, наверное. 20 баллонов. Они тут работают с утра и до вечера. Ну, представим, что один баллон сдается, допустим, даже, к примеру, там, с 10 до 8 вечера. Это 10 тысяч уже. А, их 20. То есть, это 200 тысяч. Скорее всего, с Акиматом есть какая-то договоренность, что здесь горка, и здесь все хорошо, здесь можно бесплатно как бы вот рентовать это все. А, ребят, ну вот займитесь, сколько таких горок? Вот прям живая бизнес-идея. Станьте богатыми, как говорится, сразу же, пока есть горки.